Я хочу сказать, что я горячо поддерживаю этот митинг, который против произвола, против того, что сейчас происходит, против репрессий, которые наше государство вообще уже превратилось по существу в репрессивное государство, потому что всякие выражения недовольства гражданского, они подавляются самым жестоким образом, митинги разгоняются с привлечением каких-то казаков, каких-то еще добровольцев, которые совершают просто преступление, поскольку они нарушают принцип того, чтобы источником насилия может быть, то есть у государства есть монополия на насилие, никто не имеет, государство это должно применять это насилие только в рамках закона, только против преступников, а не против мирных граждан, которые собираются для протеста против произвола в России, властей, против всяких безобразий, которые у нас творятся, но при этом при разгонах демонстраций и при дальнейшем обращении с людьми, которых задерживают, которых сажают или на сколько-то суток, как Навального и как многих его соратников, как или на годы, как, например, Сенцова, или произвол с этими девочками, которых ФСБ заманило, соблазнило. И теперь им шьют какое-то дело. И потом, кроме всего, обращение с заключенными, особенно с некоторыми, от которых хотят добиться каких-то признаний в том, что они не делали, или отжать какой-то бизнес, или еще что-то. Пытки чудовищные, до которых сведения, о которых доходят до общественности. Это все просто терпеть совершенно невозможно. И я просто считаю, что общественность наша должна на все остро реагировать, иначе мы окажемся все в каком-то... Наша страна вообще превратится в место, где жить невозможно.